Провожаем последние теплые денечки в компании родных и близких, посещая самые крутые городские ивенты. И как всегда начинаем с обзора новинок. В кинотеатрах вы увидите экранизацию всемирно известного романа Стивена Кинга «Оно», фильм ужасов «Мама» от режиссера Даррена Аронофски, драму «Тюльпанная лихорадка», французскую комедию «Мадам» и итальянскую комедию «Изи». В эти выходные в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького состоится празднование сразу нескольких знаменательных событий. Харьковчане приглашаются на первый праздник кофе, в рамках которого они познакомятся с лучшими сортами этого замечательного ароматного напитка, а также с многочисленными заведениями, где его готовят. Гости парка смогут понаблюдать за мастер-классами бариста и выбрать лучшую кофейню первой столицы. Кроме этого, 16 сентября здесь ярко и шумно отметят День спасателя. Сотрудники ГСЧС презентуют работу спецтехники и продемонстрируют выступление кинологической службы. А к столетнему юбилею Харьковского университета искусств в парке пройдет шествие актеров-студентов, состоятся мастер-классы, выступления театральных и музыкальных ансамблей и многое другое. 16 и 17 сентября в Фельдман-экопарке в рамках арт-пикника состоится концерт Виктора Павлика, пройдет фотосушка харьковских мастеров, фестиваль красок «Холли» и еще с десяток других ярких и интересных событий. 16 сентября в 10:00 возле 6-го квартала лесопарка состоится спортивно-просветительское мероприятие. 18-й легкоатлетический кросс памяти жертв тоталитаризма. На мероприятие приглашаются болельщики и неравнодушные к истории харьковчане. Полюбившийся горожанам уже 7-й по счету фестиваль науки, образования и научно-популярной культуры «Научные пикники» в этом году традиционно пройдет в саду Шевченко 16 сентября. 16 и 17 сентября на уличной площадке перед ХНАТОП будет проходить фестиваль паркур культуры «Прокач Дейс». Участники фестиваля смогут продемонстрировать свои умения в 4 направлениях. Фриран, паркур-трасса на скорость, трикинг и скиллс-контест. Посетите этот ультрадинамичный и зрелищный ивент. В воскресенье в Харькове пройдет осенний велодень 2017. Он начнется с традиционного велопарада, который проедет по центру города и продолжится в пешеходной зоне на улице Квитки Основьяненко. Здесь будут проходить концерты, конкурсы, мастер-классы, тест-драйвы и другие активности. Вы можете принять участие в этом сверхярком и сверхмассовом ивенте, а можете выступить в роли зрителей, ведь посмотреть будет на что. Это была подборка самых интересных городских ивентов ближайших выходных. Планируйте свой отдых вместе с командой «Информбюро».